Почему люди употребляют наркотики? Я считаю, что таким образом они пытаются избежать своих проблем и выстроить вокруг себя какой-то иллюзорный мир, но чем больше ты их употребляешь, тем больше сгущаются краски в этом иллюзорном мире, и проблем становится, соответственно, больше. Важно, чтобы вокруг тебя в этот момент были близкие люди, друзья, родственники, товарищи, которые смогут поддержать тебя и вытащить тебя оттуда. Я считаю, что человек не должен зацикливаться на негативе, он должен больше читать, слушать музыку, смотреть хорошее кино и просто подмечать счастье в мелочах. Я против наркотиков.